Добрый день. Мы начинаем пресс-конференцию по итогам очередного заседания правительства. Спикерлер Таныс Тырбудин, өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Бисембайұлы Шарлапаев, ұлттық экономика министрі Алибек Сакенұлы Қуантыров және энергетика вице-министрі Жандос Демесінұлы Нұрмағанбетов. Қош келдіңіздер. Әріптестер, сауалдарға кезек бермес бұрын естеріңізге сала кетейін. Брифинг уақыты шектеулі. Үш сұрақтан асырмауларыңызды сұраймын. Және де сұрақтар спикерлердің кәсіби құзыреттіліктері аясында және де бүгінгі үкімет отырысының күн тәртібі аясында қабылданады. Анна Абрамова, КТК, пожалуйста. Здравствуйте, у меня вопрос к Канату Бисембаевичу. Мы из вашего доклада видели, что многие области практически полностью готовы к отопительному сезону, там буквально несколько объектов, и то же самое по теплосетям. В прошлом году тоже в министерство докладывали, что области готовы, но в Акибастузе произошла проблема. Да? Потом выяснилось, что акиматы на местах проверяют готовность теплосетей не так тщательно, как должно быть. В связи с этим вопрос. В этом году вот эти доклады, что практически готовы области к отопительному сезону, они на чем основаны? Как проверяли и действительно ли этому можно доверять? Анна, спасибо большое за вопрос. Первое, что я хотел бы отметить, это в первую очередь тот уровень финансирования, который выделило государство на решение этой проблемы. Мы все знаем прекрасно, что мы в инфраструктуру, особенно теплосетей, не инвестировали очень долго. И вот в этом году эта ситуация, я считаю, переломный момент. 109,5 миллиардов тенге было выделено на 2023 год для того, чтобы улучшить инфраструктуру. Это порядка 133 километров тепловых сетей, которые будут изменены по всему Казахстану. Ситуация по Акибастузу сейчас находится на особом контроле. Как вы сами видели, это на уровне вице-премьеров Роман Васильевич уже бывал в этом городе и осматривал. Мы сами регулярно выезжаем с выездными инспекциями. То есть уровень контроля усилен. В каком плане? Мы не только полагаемся на доклады, которые приходят от местных исполнительных органов, но мы еще выезжаем сами по ключевым объектам, на которых ведутся большие работы, выезжаем с инспекциями. Спасибо. Динара Нургалиева, 31 канал, пожалуйста. Благодарю, Жансая. Мой первый вопрос адресован представителю Министерства энергетики. Уважаемый Жандос Демесинович, в прошлый раз в кулуарах правительства вы выразили мнение о том, что, цитирую, надеюсь, казахстанцы, представляющие вот этот отопительный сезон, не замерзнут. И все же отопительный сезон начинается уже буквально через месяц, можно сказать, по всему Казахстану. Где будет холодать, там, собственно, и раньше. Риски. Можете спрогнозировать все-таки, поделиться прогнозами, где жителям каких областей, регионов, городов, районов и сел все же стоит ждать и утепляться заранее? Динара, спасибо за вопрос. В прошлый раз отвечал, вопрос звучал и в прошлый раз, и в этот раз звучит так. В каких городах может произойти там авария или неприятные последствия для жителей города? К сожалению, подвержены такому риску все города, в которых есть централизованная система теплоснабжения, в которых есть ТЭЦ и все. Мы озвучили на заседании правительства те города, которые находятся на особом контроле. В первую очередь, кто испытал проблемы в прошлом году, и по тем городам, по которым, по ТЭЦам, по объектам, где есть некоторое отставание. Тем не менее, с учетом того, действительно, финансирование выделено в этом году и собственниками станции, и где-то из резерва правительства, и из бюджета республиканского, работы ведутся в большем объеме, чем в прошлом году. Мы надеемся, что отопительный сезон пройдет штатно. К сожалению, гарантий никаких давать мы... Извините, вас перебью, я не слышу города, то есть наименование городов, областей, где? На особом контроле город Актау, Магаставской области, МАЭК нас беспокоит. Мы идем с отставанием по городу Темиртау, по ТЭЦ-2, ArcelorMittal. Подготовительные работы к отопительному сезону заканчиваются в Акибастузе. Я думаю, там все штатно пройдет в этом году. По городу Ридер достаточно поздно выделили финансирование. Работы очень активно сейчас ведутся. К концу сентября ожидаем первые два котла получить. Вот это те города, в которых особое внимание Министерство энергетики уделяет. По какой причине уделяет особое внимание? Потому что не успеваете по срокам? Видите... Или объем работ большой? Нет. Во-первых, объем работ увеличен. По срокам мы же говорим, что есть определенное отставание. Это где-то отстается по графику на месяц, где-то отстают подрядчики, где-то отстает поставка материалов, где-то выходит дополнительный объем работ. Забыл добавить, город Жезказган тоже на особом контроле находится.
по ремонту Жезказганской ТЭЦ. Вот эти те города, которые мы мониторим ежедневно. Қаржылай, финансирование достаточно, да? Да, финансирование достаточно. Екінші сұрағымды Қуантыров Мырзаға қойылым келіп тұр. Министр Мырза, сіз айтып кеттіңіз, НДС 12%-тен 16%-ға өсуі мүмкін. Қандай себеппен и адамдарға, қарапайым адамдарға, халыққа зиян келтірема? Почему я спрашиваю зиян келтірема? То есть удорожание товаров будет, есть такая вероятность, да, услуг и в целом вот, всего. Қазақша жауап берсеңіз? Я не знаю, Рахмет. Я на бесхазарах усмотрел талхлават. Мы с НДС ставка на уника поезда, на тур поезда. Формат как кутиру, он на алта поезда один, он бронечет себе тиравар, он бронебронсевиво. Мы сало хазар без бескиристок рисия харанда тумин. Мы сало улар жирма поезда, улар НДС мульчеса жирма поез, он улар кайтарп алада рисиди минфинди ущерди уника поезда тулит. Сосед осы сегіз поезда тарма олардың қалтасына алады. Олар сол қаражатты тиісті жарнамаға және басқа да шығыстарды жібереді. Енді олар бәсекелестігі әсіресе көтеріледі. Ең жақсы полкаларды біздің дүкендерде олар алады. Екінші мәселе, бірақ жалпы біздің экспорттаушылар, мысалы, содан кейін импорттаушылар сол бәсекелестік конкуренцияның әрине оның төмендеді, ал олар бәрі тікелей біздің жұмыс орындарына және кірістеріне, осы компаниялардың және салық базасына әрине әсіресе компаниялар осы жерде солтүстік өңірлерде орналасқан. Екінші мәселе, иә, ол әрине бюджеттік кірістерді толтыру. Жыл сайын біз оны көтерсек, жыл сайын 2,4 триллион теңге дейін қосымша қаражат келетін болады республикалық бюджетке. Осы қаражат келе әрине әлеуметтік және басқа да маңызды шығыстарына барады. Енді инфляцияға қатысты біздің есептеріміз бойынша ол максимум 0,8% тармаққа көтеріледі, бірақ ол бір жылда, содан кейін оған экономика үйренеді, келесі жылдан осындай эффект уже болмайды. Мысалы ретінде Россия деп айтып жатырсыз қой, қай себеппен Россиямен салыстырып отырсыз? Себебі Ресейдің экономикада, біздің экономиканы салыстырғанда 8 есе үлкен. Енді әрине олардың да қысымы бар бәсекелестік бойынша. Олар 20% төлейді, бірақ содан кейін қайтарып келеді. Мысалы, экспорт жасағанда Қазақстанға, өздеріңіз білесіздер, біздің дүкендерде, азық-түлік дүкендерде көп Ресейден келген товарлар бар. Енді әрине ол деген осындай қысым болып жатыр біздің экспорттаушыларға және біздің импорттаушыларға. Жалпы бағаға осындай үлкен әсер болмайды. Туматай Керем, Информбюро, пожалуйста. Добрый день. Мой первый вопрос к Алибеку Сукеновичу. Скажите, пожалуйста, по программе Келешек, не совсем было понятно, про стартовый капитал для детей от 5 лет. Можете, пожалуйста, пояснить? И будет ли он вместе с программой Нацфонд детям, или это отдельно? Да, я, знаете, эту программу разрабатывает Минтруда, я здесь не уполномочен комментировать, просто дополнительно вот эта программа Келешек, она будет, получается, ежегодно добавлять капитал образовательный, и вместе с Нацфондом детям, по Нацфондам детям я уже много раз комментировал, здесь это будет дополнительные средства, которые к 18 годам будут накапливаться у гражданина, и, соответственно, которые он может потратить с большим эффектом на свое образование. Технический вопрос. Момент. Ага. По консультативному документу, который министерство опубликовало на открытых НПА, по развитию Астаны, там есть норма об исключении платежей в земельном кодексе при изменении целевого назначения земель. В Акимате сказали, что правительство эту норму отклонило. Зачем тогда это внесли в консультативный документ? Ну, консультативный документ, он покрывает все сферы, в том числе и сферы сельского хозяйства. Но здесь, знаете, мы его включили для того, чтобы в целом обсудить. Это же концепция налогового кодекса. И вот на всеобщее обсуждение сейчас мы собираем дополнительные предложения после того, как они были обсуждены на рабочей группе. Вопрос Канат Бисимбаевич к вам. Можете ли вы прокомментировать, может, знаете, по покупке автобусов на средства, возвращенные по программе льготного автокредитования? Купили ли уже какие-то автобусы? Может быть, говорили, что в Кызылординской области планируется, и в Алматы, и в Астане. В данный момент разрабатывается процесс, когда револьверно возвращенные деньги, которые были выделены на кредитование льготных автомобилей, будут перенаправлены на приобретение автобусов.
То есть этот процесс будет достаточно длительно идти. Почему? Потому что мы будем накапливать деньги для того, чтобы обеспечить максимальный объем в регионах, когда будет потребность. Сейчас пока конкретных регионов у меня информации с собой нет, что мы покупаем, да, потому что это будет делать Фонд развития промышленности на эти деньги, которые вернутся от выплаченных кредитов на автомобили. Но, опять же, наша позиция следующая, что общественный транспорт и благо для большего количества людей важнее, чем там, наличие и отсутствие транспорта у одного конкретного человека. И поэтому мы перенаправляем эти средства в первую очередь на то, чтобы обеспечить жителей городов, и в том числе и также и пригородные маршруты общественным транспортом надлежащего качества. Спасибо. То есть пока мы можем сказать, что ни один регион не получил автобус по этой программе? Ну да, потому что пока денег еще не накопили возвратных, накопим достаточное количество, сразу будем покупать. Хорошо, Рахмет. Спасибо за вопрос. Алина Бржанова, телеканал Хабар, пожалуйста. Здравствуйте, у меня вопрос к Минэнерго. Подскажите, вчера новость была уже по ремонту ТЭЦ в Экибастузе. Известно о том, что отремонтировано какое-то количество котлов. Вот насколько их нужно для успешного прохождения отопительного сезона? Нужно ли, чтобы 10 все были отремонтированы до начала? И вообще, в какие сроки планируется завершить? С какими проблемами, возможно, сталкиваются? Спасибо, Алина. 10 котлов на станции для того, чтобы в среднюю нагрузку в октябре зайти по городу Экибастуз, на первое время хватит 5 котлов. 6 котлов будут готовы буквально на первые котлы на этой неделе запускаются. До конца месяца 6 котлоагрегатов будут в работе, остальные в октябре закончатся работы по ремонту, и в целом будет со 100% резервом город Экибастуз обеспечен теплом. Рахмет. Серик Жолдасбай, Алаш Орда. Вице-министр энергетики. Газдандыру бойынша Астанада тесті жылу электростанциясын. Ол жұмыстар жүріп жатыр ма? Қыстың кезінде Астананы тағы да бір көк түтін баспай ма? Сұрағыңызға рахмет, Серик. Жалпы жөндеу жұмыстар аяқталуда. 4 қазандық көзделген, номері 3-ші жылу электроорталығында. Соның екеуін бастапқы жұмыстарын осы аптада бастайды, келесі аптада. Осы апта, келесі аптада. Сонымен 3-ші жылу электроорталығы биылғы қыста қосылатын болады, және жылу тапшылығын жояды. Түтінге байланысты тек қана жылу электроорталық емес түтін шығаратын. Транспорт бар, жеке сектор бар, сондықтан қаншалықты қалады түтін азайтын айта алмаймыз сізге. Бірақ та біздің мақсатымыз мына 2-ші жылу электроорталық, 1-ші жылу электроорталық және 3-ші жылу электроорталық уақытылы қосылып, тиісті көлемде жылу қалаға беріп отыратын. Яғни газ болады осы? Газ болады. Алматы бойынша айтып өтсеңіз, Алматыда да осындай проблема бар. Алматы бойынша номері 2-ші жылу электроорталық газға ауыстырылатын болады. Тиісті жобаны Самрок энерго мекемесі бастап кетті. Оның аяқталуы 2026 жыл. Яғни 2026 жылы іске қосылған уақытта көмір станциясы жұмысын тоқтатып, және де экология тиісті оң әсерін әкеледі. Жақсы, екінші сұрақ. Құрылыс бойынша осы былтырдан бері құрылысқа шығып жүрген азаматтар жұмысы қысқарып, ауылдарына қайтып жатырды. Алдағы уақытта құрылыста қандай да бір жаңалық бола ма? Құрылыс қайта басталады, немесе тоқтайды деген сияқты? Құрылыс тоқтамайды. Құрылыс жалғастырады. Ана халықтың сұраныс пәтерлерге, үйлерге өте үлкен. Сонымен құрылысты біз тоқтамаймыз, оны жалғастырамыз. Ана Ресейдегі жағдай әсер етіп отыр ма? Құрылыс тапшылықтары, құрылыстың заттары, кірпіш секілді заттар азайып жатыр деген секілді. Құрылыс материалдары, құрылыс құралдары бойынша қазіргі таңда Қазақстанның өзінің ішкі сұранысы бар. Мысалы, кирпич, бетон, басқа материалды өзіміз обеспечен бізде бар. Сон, егер, бірақ бір мәселен майындау керек. Мысалы,
сыртқы қарқасты бәрді өзіміз құрамыз. А ішкі отделкісі, да, оның материалдары аз. Оны дамыту керек. Соны құрылыс министрлігінде мен жоспарларымыз бар, қалай внутренний отделка материалдары Қазақстанға өндіру үшін жоспарларымыз бар. Бұған дейін әңгіме шықты, жалпы Астанадағы азаматтарды азайтамыз, Астанаға келуші азаматтар өте көп деген пікірлер айтылды. Осы бір арнайы, бір әдейі құрылыс тоқтамай ма осы пәтерлер? Ішкі миграциясы бойынша ол менің жауапкершілігім емес, ол басқа министрлігі бар. Құрылыс саласының туралы мен сізге жауап бердім жаңа. Рахмет. Жақсы, рахмет. Серік мырза, рахмет сұрақтарыңызға. Оңғар, Қазақстан, пожалуйста. Ассаламу алейкум, Жандос Демесінұлы, сұрағым сізге. Жаңа отырыс барысында Әлихан Асханұлының өзі айтты, Қазақстан бойынша биыл қысқа қажетті көмір қорының 28% ғана қазір дайын тұр деді. Күн суытып кетіп аяқ астынан қараша халқымыз қара алтынға таласып қырылып жүрмей ме? Бұны қалай шешесіздер? Сұрағыңызға рахмет. Әлихан Асханұлы айтқан 28% туралы ол мына станцияларға тиісті емес. Біз бағанада баяндамада айтып кеттім, 5 миллион тонна көмір қоры жиналған. Бұл былтырға қарағанда 20% жоғары былтырға салыстырған кезде. Сондықтан жылу электроорталықтың көмір қорын біз қадағалаймыз. Ал жеке сектор бар, жеке тұрғындар. Соған байланысты ол жерде құрылыс министрлігі несін өзінің сараптамасын жүргізеді. Сол баяндама мен түсінген болса, 28% қазір отын дайындығы қай кейбір өңірлерде дайындалғанда сондай ақпарат берілді. Оны тиісті әкімшіліктер жұмысты жүргізеді, қадағалайды. Мен ойымша ол көрсеткішті едәуір көтеретін болады. Далее Насипова, Алматы, телеканал, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос в продолжение темы по углю. В прошлом году МИР вводила запреты на вывоз автотранспортом. Будут ли применяться в этом году те же методы? И вообще министерство в дальнейшем планирует ли применять те же механизмы, которые до этого применяли в МИР? Спасибо большое. Да, планирует. На данный момент мы ввели ограничения по вывозу угля из страны автомобильным транспортом. И в данный момент мы разрабатываем меры по ограничению экспорта угля. В чем суть действий здесь наших и правительства в целом? Существует социальный уголь, который продается по сниженной цене. И, к сожалению, у нас были случаи, когда социальный уголь вывозился из страны, куплен он был дешево, но продавался по экспортным ценам. И, соответственно, для того, чтобы максимально обеспечить население Казахстана углем для коммунально-бытовых нужд, для бытовых нужд, для домохозяйств, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля для того, чтобы наш уголь, который социальный и на который установлены социальные цены, не уходил на экспорт по экспортным ценам. Спасибо. Вот на социальный уголь в каком объеме, получается, он выделен? И есть ли, может быть, результаты прошлогоднего запрета? Насколько это эффективно? На данный момент, значит, план по углю – это 9,1 миллиона тонн твердого топлива на коммунальные и социально-бытовые нужды. Вот, как я уже доложил, сейчас мы пока выполняем план на 28,3%. И будем продолжать эту работу. Ситуация с углем… Министерство прикладывает максимально все усилия для того, чтобы держать этот вопрос на контроле. Но и как вы сами понимаете, что это здесь очень много роли играет и логистика, и доставка, и транспортировка этого угля. Поэтому на постоянном контроле держим, регулярные совещания ежедневные с акиматами мы проводим по этому вопросу. Фариза Болотбек, Атамикен Бизнес. Добрый день, у меня вопрос к министру национальной экономики. Алибек Сакенович, ваше ведомство предлагает упразднить транспортный налог, включив его в стоимость бензина, поднять НДС на 16%. И недавно премьер заявлял о снижении инфляции до конца года. После всех указанных мер, как вы намерены снижать инфляцию и других методов зарабатывания средств для госказны, кроме как на казахстанцах, ваше ведомство не нашло? Во-первых, проект налогового кодекса обсуждался широко с общественностью, мы не сами его разрабатывали, да, более 700 предложений поступило, из них большая половина от НПП. Мы неоднократно с бизнесом встречались, не только с бизнесом, с международными экспертами и так далее. Так вот, что касается инфляции, то в этом году у нас план по инфляции снизить в два раза, ориентировочно 10%.
А все остальное, как я уже сказал, если будет повышение НДС, то эффект на инфляцию максимум 0,8 процентных пунктов. И то, начиная с 2025 года, в течение одного года. Все, что, о чем мы говорим в рамках налогового кодекса, это 2025 год. Про 2023 мы не говорим. В 2023 у нас свой план. Снижать инфляцию дальше. И дальше будем также двигаться. Спасибо. Следующий вопрос у меня к Канату Шурлапаеву. Добрый день. В продолжение вопроса коллеги, разрабатывает ли ваше ведомство новые программы для поддержки строительства, поскольку 7.20.25 заканчивается, там лимит небольшой, и НПФ тоже. Какие меры будет принимать ваше ведомство для стимулирования этой отрасли? Фриза, во-первых, я хотел бы прояснить, что программы 7.20.25, программы вообще любые, относящиеся к количеству денег в экономике, это ведение Национального банка, это не ведение Министерства промышленности и строительства. Таким образом, прямого влияния мы оказать на размер тех госпрограмм, которые действовали раньше, таких как 7.25, мы не можем. Но свои предложения мы даем, мы понимаем, что в данный момент можно говорить о том, что замедление спроса приводит к некоторым сложностям для представителей строительной индустрии. Буквально вчера я проводил встречу с крупными застройщиками, с представителями Союза строителей в Казахстане, мы эти вопросы детально обсуждали. Мы предлагаем различные программы, которые могли бы поддержать строительную отрасль в случае ее дальнейшего замедления. Но сейчас пока этот вопрос обсуждается, и понятно, что решение в данном случае не у Министерства промышленности и строительства, потому что программы администрируются, особенно 7.20.25, это программа, которая администрируется Национальным банком. Как вы намерены стимулировать эту отрасль? Сейчас буквально стройка встала по стране. Ну, Фариза, я еще раз вам говорю, что стимулирование денежное, о котором вы говорите, оно находится в руках Национального банка Республики Казахстан. Не финансовые методы стимулирования, как то регуляция, как то обеление рынка серой застройки. Это находится в руках министерства, и соответствующие предложения мы уже внесли и в правительство, и будем какие вносить именно? В парламент. Какие именно? Уточните, пожалуйста. Какие ну, именно? Например, да, мы сейчас в данный момент обсуждаем, чтобы все контракты долевого строительства, да, которые существуют на рынке, они проходили формальную регистрацию. Такое предложение мы дали. Почему мы это делаем? Потому что существуют застройщики, которые по договорам предварительного бронирования, по инвестиционным договорам берут деньги с казахстанцев, да, как если бы это было законное долевое строительство. Вот это ограничивать мы будем стремиться. Дальше мы будем стремиться ограничивать то, чтобы все платежи за квартиры производились все-таки по безналичному расчету, для того, чтобы мы могли видеть транзакции застройщиков и смотреть на именно сколько денег они получили. Да? Потому что это важный аспект именно повышения прозрачности этой отрасли. Ирбулатов Даурен Халкуна. Саламатсыздар, Даурен Ирбулатов Халкуна. Саламатсыздар. Менің бірінші сұрағым энергетика вице-министріне. Жаңағы сіз Қазақстанда енді қауіпі бар қыста жылу бере алмай қалуы мүмкін жылу электр орталықтарын айтып өттіңіз. Оның ішінде РИТ-ті де айттыңыз. Биыл ол жақта жағдай тұрақты болады ғой, екібастұздағы сияқты жағдай қайталанбайды ғой. Нақтылап жіберейін дегенмін. Ерболат, сұрағыңызға рахмет. Мына біріншіден мен қайтадан айтқым келіп отыр, жылу маусымы тиісті уақытылы басталады бар қалаларда. Ол дайындық жұмыстарын бәрі министрлік өткізді. Барлық қалаларда жылу кестемен берілетін болады. Ал қауіпі бар қалаларда атап айтқан, соны өзіңіз айтып отқан Риддер қаласы бар. Риддерді кеше ғана көріп танысып кеттік жұмыстармен, жөндеу жұмыстар аяқталуда. Бұл сәл кешігіп келе жатыр, өйткені заңдық мәселелер болды, қаражат бөлу мәселесі кішкене ұзартылып кетті. Бірақ та толығымен мына қыс басталғанға шейін Риддер қаласы жылу электорда дайын болады деп сондай сенімде отырмыз. Алла қаласа жылу тұрақты беріледі ғой Риддер қаласына. Беріледі. Рахмет. Енді келесі сұрағым ұлттық экономика вице министріне, кешіріңіз, сұрақ мынандай.
Осы білесіз, Украинада соғыс басталды, Ресейге санкция салына бастады, Ресейдегі ірі компаниялар Қазақстанға келе бастады. Біз іштей қуандық. Бірақ өкінішке қарай, на шетелдік компаниялардан қазір шағым түсіп жатыр. Әсіресе қазақстандық баққа берген сұхбатында Henkel Central Asia-ның қаржы директоры Стефан Морлинг қателеспесем. Осы салық кодексіне енгізген түзетулерден кейін компанияның корпоративті табыс салығы 3 есе артқан деді. Егер бұлай жалғаса берсе, жақында ірі нарық Өзбекстан бар деді. Сұрақ, біз салық кодексіне енгізілген түзетулер инвест ахуалды бұзып алмай ма? Қазіргі жұмыс жатқан жаңа салық кодексі бойынша ол тек қана 25-ші жылы енгізіледі. Енді мүмкін олар оны естіп бірдемені ойлаған, бірақ та оның қатысы жоқ осы компанияға. Керісінше, Қазақстанда ең жақсы осындай жұмсақ инвестициялық климат болып табылады. Көп-көп инвестициялық преференциялар беріледі. Содан кейін мысалы импортталған тауарларға НДС бойынша жеңілдіктер, экспорттаушыларға беріледі жеңілдіктер. КПН-нің өзі, оның табиғаты тек қана кіріс болған жағдайда оны төлейді. Оның біздің ставкасы 20%. 20%. Енді біз қазір қарастырып отырмыз, осындай саралаған КПН-ді енгізуге ол тек қана қаржылық секторға, содан кейін игровой бизнес бар ғой, оған да салуға. Бірақ та осы, дәл осы салаға КПН-ді көтеруге ешқандай осындай жоспарлар жоқ. Сол сәтте ешқандай қорқу болмау керек. Яғни инвесторлар Қазақстанда қорықпай келе берсе болады ғой? Әрине келе береді. Себебі біздің салық режиміміз өзгермейді. Инвесторларға, оның ішінде шетелдік инвесторлар, отандық инвесторлар. Керісінше, былтыр өзіңіз көрдіңіз, бізге рекордтық тікелей инвестициялар келді. 28 миллиард ақш доллар, ол 18%-ға артық 21-мен салыстырғанда. Яна Гладкова, пожалуйста, Астана телеканал. Здравствуйте, Алибек Сакенович, к вам вопрос. По транспортному налогу. В вашем ведомстве говорят, что предлагается его упразднить, но казахстанцы, которые уже провели расчеты, поняли, что это не упразднение, а повышение в несколько раз. Вот скажите, пожалуйста, с какой целью все-таки это делается? Смотрите, по поводу упразднения налога вопрос еще обсуждается. Да? Кстати, по поводу упразднения, это было предложение общественности именно той категории автовладельцев, которые имеют во владении автотранспорт, но им не пользуются. Поэтому им не хотелось бы платить, если они не часто выезжают, а платить бы только за бензин. Теперь, что касается взаимосвязи с повышением самих акцизов на бензин, на дизтопливо, да, это не взаимосвязанные вещи. Мы не планируем повышать акциз для того, чтобы убить транспортный налог или наоборот. Просто акциз, он так и так будет повышаться. Вот Жанна Замесина сидит рядом, сидит. Для того, чтобы выравнивать рынки на ГСМ с другими странами ЕАЭС. Приграничные Россия, Кыргызстан, у них процентов на сколько? На 50, на 40-50% выше стоимость бензина и другого ГСМ, и физически вывозится, у нас нехватка, соответственно. Поэтому идет постепенное сближение, гармонизация данных рынков. Поэтому эти вопросы не взаимосвязаны. Ну, то есть получается, что все-таки это делается для того, чтобы уравнять цены с соседями, верно? А что будет с льготными категориями граждан, которые освобождены от уплаты транспортного налога? То есть они лишаются этой льготы? Никто ничего не лишается. Все, что льгота было, это... Но они же не будут покупать бензин по какой-то отдельной цене? Не будут. Она же будет единая цена на заправку. Если транспортный налог останется, то будут его платить все, кроме там льготных категорий. Если отменят, упразднят. Если отменят. Ну, сейчас, опять же, разные мнения мы еще обсуждаем. Жания Уранкаева, Улус Медиа, пожалуйста. У меня вот вопрос также господину Шарлопаеву. Вот буквально недавно президент собирал у себя представителей как бы промышленности, да, наших бизнесменов, и четко им дал понять, что если они будут заниматься глубокой переработкой внутри страны, то трогать их никто не будет. К вам после этого выстроилась очередь из предпринимателей, которые хотят заниматься глубокой промышленностью, да, переработкой, и представили вам какие-то свои проекты? Женя, я со всеми представителями нашего бизнеса встречался и до назначения на свою министерскую должность, да, и с некоторыми из них мы делали крупные проекты, в том числе в рамках моей работы «Байтереки».
Поэтому, что касается того, что есть ли у меня очередь или нет, да, об этом надо будет судить по результатам проектов, которые появятся в будущем. В данном случае это добровольная, наверное, компетенция предпринимателей, если они хотят инвестировать в Казахстане, то задача Министерства промышленности и строительства максимально создать им условия для осуществления добросовестной предпринимательской деятельности на территории Республики Казахстан и инвестиций в казахстанскую экономику и создание рабочих мест для казахстанцев. И в этом случае Министерство промышленности и строительства обязательно окажет таким проектам поддержку. Так, у меня вопрос господину Нурмагомбетову. 1 числа президент объявил, что все-таки референдума быть по АЭС, и вопрос, который терзает всех казахстанцев, когда? Мы понимаем, что точную дату это указом президента выйдет, но есть хотя бы наметки и вопрос, точнее ответ того, до конца этого года, или же нам ждать сюрприза, вот как у нас любят в марте на Наурыз? Женя, спасибо за вопрос. У меня нет ответа, когда будет референдум. Я уже говорил, что мы работаем по закону об использовании атомной энергии. Там вопросы строительства атомной станции регламентированы этим законом. В то же время есть закон о референдуме. Правом назначения референдума обладает президент. Когда выйдет указ о назначении референдума, соответственно, в те даты и будет проведен референдум. Но вы процедурные все свои вещи уже успеете провести до конца этого года, чтобы передать данные ЦИКу и чтобы президенту мог уже назначить дату? Ну, министерство вот в процедуре назначения референдума не участвует. То есть от зависящих от нас действий нету для того, чтобы была назначена дата референдума. Это политическое решение. Мы ждем указа президента. У меня еще есть вопрос к господину Куантырову. Скажите, пожалуйста, вот все-таки вот налоговый кодекс вы принимаете. Какая налоговая нагрузка будет на казахстанцев? Условно сейчас, если мы, казахстанцы платят там, до 25-30% налогов то от своих доходов, то сколько будут платить после принятия нового налогового кодекса? Можно вот максимально простыми словами, чтобы вот все граждане Казахстана понимали, какой сюрприз их ждет? Сюрпризов не будет. Для физлиц планируется такая же налоговая нагрузка. Причем, знаете, налоговая нагрузка, которая по соцналогу была в начале 2000-х годов на уровне 29%, она сейчас по факту составляет 9%. Вот. По ней никакой не будет. ИПН также не пересматривается, индивидуальный подоходный налог на зарплату. Но мы планируем ИПН сделать каскадным, то есть прогрессивным на пассивные доходы. То есть на акции, облигации, другие ценные бумаги, еще на что-то. И чем выше будет стоимость пассивного дохода, например, там от 100 миллионов тенге, она составит, например, 150 миллионов и выше, там уже будет 15%. То есть подходы у нас такие. Свыше 300 миллионов тенге, там уже будет 20%. Вот такие. То есть это не коснется среднего класса в целом. Ну а почему шкалы до сих пор нет? Вот мы до сих пор не понимаем, кто все-таки в Казахстане считается богатым человеком, который ведет роскошный образ жизни, и которого все-таки коснется этот налог на роскошь и расчетов. Почему нет? Смотрите, расчеты мы вам предоставляли, да? Сколько у нас есть в наличии у казахстанцев яхт, самолетов, есть дорогостоящие автомобили. То есть налог на роскошь будет туда накладываться. Он будет также вводиться на дорогостоящий алкоголь. Мы его увеличиваем в тысячу раз. Представьте себе, например, Макалан 50-летней выдержки, который стоит 7 миллионов тенге, 6 миллионов тенге. За него только 700 тенге за литр акциз. Сейчас мы это увеличиваем в 1000 раз. Будет платиться примерно 10% от стоимости. Вот вам налог на роскошь. То есть налог на роскошь, он касается определенной прослойки населения, которая не имеет большую долю в структуре населения. Поэтому среднего класса это точно не коснется. Спасибо. Вопрос Жене. Ақпөпет Әңірберген, Евразия бірінші арнасы. Қайырлы күн. Қанат Бесембайұлы, биыл 42 білім беру мекемесі және 62 денсаулық сақтау мекемесі жылыту маусымына дайын емес. Биыл үлгере ме, дайын бола ма? 100% деген көрсеткішті сіздің аузыңыздан қашан естиміз? Ну, менің ойымша үлгереміз. Қазір әкімшіліктер барлық ол менің өзімнің бақылауымда, біз қараймыз.
и менің ойымша үлгереміз. Биыл шаруаларға арзан бағадағы жанар жағармайды бойынша оператор энергетика министрлігі. Бірақ биыл шаруалар төтенше жағдай жарияланыңыздар деп шулап жатыр. Оның басты себебі жауын болса, қосалқы себебі энергетика министрлігі жиын терімге арналған арзандатылған отынды енді ғана беріп жатыр. Егер ертерек бергенде біз жауын шашынға қалмай жинап алатын едік деп отыр. Сіздер енді бидайды кептіруге отын бергелі отырсыздар, оны осы қазанда беріп үлгересіздер ма? Бағасы қанша болады, қанша тонна бересіздер? Көпе сұрағыңызға рахмет. Ақпарат қай көзден алғаныңызды білмеймін, бірақ бүкіл облыстармен тиісті қорлар мұнай дизель отын қорлары арзатылған бағамен ұйымдастырылған бар. Сондықтан мына ауа райына байланысты қазір игерілмей жатыр, тоқтап тұр. Сондықтан бүкіл облыстарда, әсіресе мына ауыл шаруашылық бидай өндіретін өңірлерде дизель отын қорлары бар. Мына қосымша бүгін сұрап жатқан көлемдерді қосымша бөлетін боламыз. Оны бүгінгі бар қорларға қоса есептеген кезде 74 мың тонна дизель отын керек екен. Онда жақын арада қамтамасыз ететін болады. Логистика мәселесі бүкіл әкімшіліктермен бірге шешіліп отыр. Әрбір әкімшілік өзі министрлікпен бірге тиісті чаттарда отыр. Ақпарат тікелей түсіп біздің жұмыскерлерге, қызметкерлерге және де облыс әкімінің орынбасарлары тікелей тиісті вице-министрге өтініш жасап, бұның бәрін қадағалап отыр. Мен әріптесім Ерлан Аккенженов. 250-ден болады ғой дизелі? 250. Биыл үлгересіздер? Үлгереміз. Тағы бір сұрақ, екі бастыз бойынша қысқа нұсқа айтып жіберсеңіз, 10 қазандықтың 5-еуі ғана дайын деп отырсыз. Бұл деген дайындық 50% деген сөз бе? 5-еуі ғана дайын деп айтып атқан жоқпыз. Бүкіл 10 қазандық дайын болады, бірақ та жұмысты бастап кету үшін 5 қазандық керек. Соның 6-ауы қазіргі осы 42 айын аяғына дейін дайын болады. Жадыражу Мухаммеду, закон кезек, пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос к Анату Бесимбаевичу. Вы управляли Байтереком, который был ответственен за программу льготного автокредитования. Многие ее считают провальной. Скажите, сможете ли вы, насколько успешно вы считаете, вы сможете управлять целым министерством? Как я уже отметил, да, оценку моей работе будет давать правительство, глава государства, парламент, народ Казахстана. Это первое. Второе, с точки зрения работы в министерстве. Да? То есть, когда мы говорим о том, что мой основной навык, чтобы для понимания, я очень ценю, как вы корректно сформулировали свой вопрос, да? Я умею приземлять проекты. Вот то, что, например, в Кустанае Кия будет строить завод и в октябре будет открытие, да? Эту работу вели мы совместно с правительством. И вот для того, чтобы самостоятельно иностранный инвестор зашел в страну, нужно уметь с ними правильно выстраивать диалог. И у меня есть профессиональный навык на то, чтобы все-таки правильно выстраивать диалог с бизнесом и правильно приземлять проекты в Казахстане для того, чтобы мы производили товары внутри страны, для того, чтобы мы создавали рабочие места в Казахстане. Спасибо. И вопрос, касающийся цен на жилье. У нас в Астане предлагают ограничить число вводимых жилых комплексов из-за того, что инфраструктуры не хватает, не справляются. Как вы считаете, может это как-то повлиять на цены на жилье в Астане? Я думаю, что цены на жилье в Астане, они, ну, понятно, что есть спрос и предложение, да, но есть там большой демографический фактор. То есть население Астаны растет, да, и с этим именно будет связан повышенный спрос, который есть и который мы все видим. Но я вот считаю, что с точки зрения инфраструктурных ограничений, которые сейчас есть, город с ними должен в какой-то момент справиться, и мы сможем возобновить те объемы стройки, которые у нас были в предыдущие годы. Но в данный момент, как вы правильно сказали, из-за инфраструктурных ограничений нам, конечно же, нужно сокращать планы по жилищному строительству в Астане, потому что иначе мы не сможем обеспечивать базовыми вещами людей, которые поселятся в эти квартиры. Вода, тепло. Мы должны довести инфраструктуру, а потом планировать дальнейшее развитие жилищного строительства. Спасибо. Спасибо, Жадра. Рабига Дюсингулова, Тенгри Ньюс, пожалуйста.
Здравствуйте, Канат Бисембаевич. У меня вопрос касательно ArcelorMittal. Хочется узнать, кто сейчас ведет переговоры с ними, потому что достаточно жесткая была, скажем так, критика и решение со стороны премьер-министра. Он заявлял, что аудит будет проводиться и все будет очень жестко. Скажите, пожалуйста, кто ведет сейчас переговоры с этой компанией и какие требования мы теперь будем выстраивать? В первую очередь я хочу сказать следующее, да, что соблюдение норм промышленной безопасности и охраны жизни своих сотрудников – это, ну, вот по-английски, наверное, говорят non-negotiable, да, мы будем настаивать на соблюдении этих требований и на соблюдении законодательства Республики Казахстан именно в области обеспечения безопасности и сохранности жизни. И эти аудиты сейчас ведутся, но по их результатам будут приниматься какие-то последующие решения. Что касается переговоров с компанией ArcelorMittal, как правило, такие переговоры ведутся группой, которых правительство и различные органы назначают, и я часть этой группы, да. Спасибо. По поводу строительства, вам теперь принадлежит такой большой блок, как строительство. Как вы планируете, какие новшества, может быть, вы планируете внедрять? Потому что кажется, что вот в Астане, например, все очень сумбурно планируется, школ не хватает. Сможете ли вы это как-то контролировать и вот эту вот, скажем, неконтролируемую стройку, может быть, приостановить, более структурировать ее? Спасибо большое. Но это очень хороший вопрос, потому что точечная застройка, которая, к сожалению, у нас велась во многих местах города, и это не проблема только Астаны, это проблема и других городов Казахстана. Мы будем демотивировать застройщиков строить таким образом. И приоритеты будут уже на комплексную застройку. То есть когда мы будем застраивать комплексно целыми кварталами, и в этих кварталах мы будем настаивать на создании инфраструктуры шаговой доступности. Это садики, ну, детские сады, это школы, это коммерческие площади, магазины шаговой доступности. И я единственное хочу сразу всех предупредить, что это эволюционный процесс, и изменение стандартов строительства, оно занимает время, и во многом министерство и до меня вело эту работу, поэтому, возможно, мы какие-то первые результаты по комплексной застройке увидим в следующем году. Спасибо. А демотивировать это как? Ну, если люди хотят строить, заниматься точечной застройкой, то, скорее всего, им будет сложнее, а именно с точки зрения государственной поддержки и регуляторного режима. А если люди будут заниматься комплексной застройкой, то тогда им будет создаваться более благоприятный режим со стороны государственных органов, со стороны государственной поддержки. Спасибо. Спасибо. Арайсу Гурбай, Атамекен Бизнес. Қайырлы күн, менің сұрағым Әлібек Сәкенұлына. Нақтылайтын сұрақ, блок бюджет пилоттық жобасын қай министрліктен, қай өңірден бастауды жоспарлап отырсыздар? Блоктық бюджет бойынша оның бірнеше принциптері бар. Оның ішінде ол деген жауапкершіліктерді көтеру әр әкімшілігінің, әр мемлекеттік органның. Себебі қазіргі таңда бізде көп-көп бюджеттік бағдарламалар бар. Енді олар бәрі, енді олардың тізімі қазіргі таңда азайтатын болады. Мысалы, бір индикатор бар, оған... Жоқ, маған тек қана қай министрліктен, қай өңірден бастайтынды айтып берсеңіз жеткілікті. Ол жалпы біз қазір былай қарап отырмыз. Бүкіл Қазақстан бойынша блоктық бюджетті енгізілетін боламыз. Пилоттық жобасын кімдерден бастайсыздар? Пилоттық жобасын қазіргі таңда мысалы, да? Блоктық бюджет ол бүкіл жүйені қамтиды. Сол себепті пилоттық жобаларға қатысты біз оған әлі ойлап отырмыз, бірақ мүмкін оны бірден енгіземіз бүкіл Қазақстан бойынша. Бұған дейін қаржы министрі ұлттық экономика министрлігін бастауды жоспарлап отырмыз деген. Өткен жолы сіздің орынбасарыңыз екі министрлік, екі өңір деп айтқан болатын. Мүмкін белгілі болған жоқ. Қараңыздар, өңірлер бойынша жай бір-екі өңірді таңдау үшін ол оңай емес. Мүмкін ол бір министрліктен бастаймыз, қаржы министрлігінен, бір комитеттен мүмкін. Себебі қалай? Қазір қаржы министрлігі, олар уәкілетті орган бюджеттік жоспарлау бойынша болып табылады. Осы уәкілетті органға әр мемлекеттік орган тиісті бюджеттік бағдарламаны жібереді жыл сайын. Оның ішінде 50-60% жылдан жылға көшетін шығыстар. Біз оны қазір қалай қалыптастырып отырмыз? Осы шығыстарды қайтадан оған құжаттаманы жинамай, ол базада отырады.
тек қана жаңа шығыстарға бюджеттік сауалнама беріледі. Сол себепті осы жаңа тәсілмен біз 25-ші жылды, 24-ші жылды жоспарлауды бастаймыз. Мүмкін оны қаржы министрлігінен бастаймыз. Қаржы министрлігі, сосын сіздердің министрлігі, екі министрлігі. Жақсы, рахмет. Рахмет. Аружан Дарибай, Тенгриньюс. Здравствуйте еще раз. Мой первый вопрос для Алибека Сакеновича. Скажите, пожалуйста, вот правительство закладывало на 2023 год курс доллара 470 тенге. Сегодня курс уже достиг этого значения. Как, по-вашему, будет ли доллар еще расти, если он вырастет еще, как это скажется на республиканском бюджете? И возможен ли курс доллара на 500 тенге? Прогнозы давать дело неблагодарное. Что касается 470 тенге, то это мы сейчас видим, да, почти его достиг. Но если смотреть с начала года, с начала этого года, то есть за 8,5 месяцев, у нас средний курс сложился на уровне 452 тенге. 452. В бюджете заложено 460. Если же тенге немного ослабнет по отношению к доллару, то это будет плюсом для бюджета. Вот вопрос был для бюджета. Это будет плюсом, потому что мы больше от экспорта получим в тенге. И, соответственно, эти деньги мы на эти деньги можем увеличить расходы, именно социальные расходы, критически важную инфраструктуру финансировать. Спасибо. Следующий вопрос господину Шарлопаеву. Вот вы вот говорили насчет недвижимости, да, то, что вводятся ограничения на строительство и так далее. Прокомментируйте именно по ценам. Ждать ли дальнейшего роста цен на квартиру, ну, на квадратный метр квартиры в Астане? Именно на первичное жилье. Как Альбек Сакенович сказал уже, прогнозы – это дело неблагодарное. В данный момент я считаю, что инфляционное давление снижается, ну, исходя из того, что мы видим в отчетах Национального банка и правительства. Спрос замедлился, как уже говорили ваши коллеги, в связи с снижением объема государственных программ по финансированию ипотеки. Соответственно, технических предпосылок для роста цен на жилье в Астане мы пока не видим. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, насчет нового формата правительства. Говорят, что министры пожаловались на журналистов, то, что они задают такие вопросы в кулуарах. Как можете прокомментировать, почему сейчас нет кулуаров в правительстве? Ну, я считаю, что вы здесь имеете право задать практически любые вопросы, и многие журналисты и ваши коллеги до вас этим правом воспользовались. Я просто считаю, что это более цивилизованный формат взаимодействия с журналистами. И, ну, со своей стороны, мне кажется, то, что у вас есть возможность, и у меня есть возможность отвечать на вопросы вам, да, в каком-то упорядоченном порядке, да, и уделить этому достаточное количество времени, я считаю, что это, наоборот, более положительно, нежели чем отрицательно. Спасибо. То есть вы подтверждаете, да, что вы пожаловались на журналистов, чтобы формат был таким? Я не был министром, я не мог на вас жаловаться. А можно у Алибека Сакеновича тогда узнать ответ на этот вопрос? Ну, смотрите, этот вопрос я уже комментировала пресс-служба аппарата правительства. Здесь, в принципе, все сказано. Но считаю, что вот мы сейчас цивилизованно сидим, хоть нам и душно, но мы разговариваем. Спасибо, Рожа. Спасибо. Аян Нурбай, Усмедия. Армистер, бірінші сұрақ Жандос Мырзаға. Бұған дейін атом электростанциясын салуда 4 әлеуетті елдің технологиясы таңдалған айтылған. Корея, Қытай, Француз, Ресей. Америкада бар деп естейміз, бірақ сіз нақты қазір алдын ала қорытынды айта аласыз ба? Қай ел қаншалықты сомаға салып беруге дайын екенін, мысалы, миллиардтап есептеген кезде жалпы 12 миллиард теңге, миллиард доллар керектігі айтылған. Қай елдің технологиясы арзан болып тұр, қай елдің технологиясы тиімді болып тұр? Аян, сұрағыңызға рахмет. Өзіңіз айтып кеткендей, ведомство аралық комиссия осы төрт елдің технологияларын қарастырған болатын, осыны таңдау мәселесін көтерген болатын. Яғни салынған станция қауіпсіз технология сәйкес болу керек. Осы төрт елдің технологиясы тәуелсіз болады. Енді нақты бағасын шығару үшін біріншіден құрылыстың жерін белгілеу керек, яғни орналасқан жерін. Егер де сол айтып отқан, ұсынып жатқан Балқаш көлі болатын болса, сол жерге нақты жерге байланысты техникалық экономикалық негіздеме жасалады. Сол техникалық негіздің нәтижесінде
белгіленетін болады. Қазіргі уақытта қай технология қанша асылып беретін, ондай мәлімет жоқ. Жақсы, рахмет. Екінші сұрақ Әлбек Қуантыров Мырзаға. Бұған дейін ұлттық қор мәселесі жөнінде экономистер жақында тағы жиналып, үкіметтің жиі ұлттық қордан ақша алатынын сынады. Қателеспесем, келесі жылы тағы да 3-6 триллион теңге алғалы тұр. Ал қаржы министрі, вице-премьер Ерлан Жамаубаев айтады, біз 2030 жылға дейін 100 миллиард долларға дейін осы ұлттық қорды көбейтеміз деп. Ұлттық қордан үкімет трансферт бір алып отырса, екіншіден әр балаға бөлінетін болса, 100 миллиард долларға үкімет қалай жеткізгелі отыр ұлттық қорды? Керісінше, азаю жағдайлары болмай ма? Қараңыз, ұлттық қор бізде оның бірінші функциялары бар. Бірі оның біреуі қаражатты сақтау, келесі болашақта. Оны көп айтқансыз. Айттым. Оның ішінде де дағдарысқа қарсы деген функциясы бар. Содан кейін стерилизациялық функциясы бар. Себебі қаражатты экономикадан шығару, иә. Себебі инфляцияға көп қасым болмасын. Бірақ енді әрине бізде осындай көрсеткішіміз бар. 30-шы жылға дейін 100 миллиард долларға жету. Біздің, бірақ ол консервативтік осында есептер бойынша, біздің есептеріміз бойынша осы мақсатқа біз 28-29 жылға жетеміз бұйырса. Енді әрине трансфертер болады, бірақ біз оны қазір қысқартып атырмыз. Өздеріңізге белгілі, национал трансфертер қазір қысқарылатын болады, ол тек қана кепілдендірілген трансферт 24-5 жылдан бастап. Оған қоса ұлттық қор балаларға деген жобасы бар. Енді әрине ұлттық қорға осындай мұқият назар аударылатын болады балалардан, олардың ата-аналарынан. Себебі жалпы ұлттық қордың басқару, активтерді басқару жүйесін, әрине оның тиімділігін көтеру керек. Біздің жоспарымыз бойынша, болжамымыз бойынша, енді есептеріміз, нақты есептер бар, модельдеріміз, бірнеше модель бар. Әрине біз осындай мақсатқа жетеміз. Нақтылаушы сұраққа, мынау ұлттық қор әр балаға деген бағдарлама 2024 жылдан бастап іске қосылатын айтылып жатыр. Сіз қысқа нұсқа түсіндіріп жіберіңізші, өйткені көп редакциялы көп сұрақ келеді, көп адам ойлап жүр, 2024-тен бастап бір әр баламызға ақшаны ала бастаймыз деп. Негізі олай емес қой, қысқаша осын түсіндіріп өтсеңіз. Қанша рет уже оған түсініктеме бердім. 24 жылдан бастап әр балаға 6,5 миллион баламыз бар, иә, Қазақстанда. Әр балаға автоматтық түрде тиісті шот ашылатын болады, тиісті шот. Осы шотқа жыл сайын ұлттық қордың активтерін басқару нәтижесінде тиісті дивидендтер түсетін болады. Ол инвестициялық кірістің 50% барлығына үлестірілетін болады. Сол себепті осы қаражат жыл сайын олар оны қарайды. Содан кейін 18 жасқа кәмелетке жеткенге сол қаражатты пайдалануға құқығы бар болады. Мысалы, бірақ та, мысалы, 24-тен бастап, қазіргі бала 16 жаста, ол тек қана осы жүйеде 2 жыл болады. Сол себепті 2 жылға тек қана ақшаны алады. Ал 24-те туса, мысалы, 24-те туса, сол жүйеде 18 жыл болады, сол себепті тиісті қаражатты оғанда көбірек алады, 18 жасқа. Белгілі бір мақсаттар ғана алады, оқуға, денсаулығына. Белгілі білім алуға және пәтер сатып алуға, иә, тұрғын үй. Аян, рахмет, сұрақтарыңызға. Дамир Байманов, Бес Медиа, пожалуйста. Здравствуйте, Канат Песимбаевич. У меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Вот недавно на днях Трансмаш Холдинг российский попал под санкции США. У этой компании есть совместные предприятия в Казахстане и договора с казахстанскими компаниями. Скажите, не повлияет ли негативно санкции на работу предприятий в Казахстане и есть ли риск вторичных санкций? Я думаю, что этот вопрос надо будет достаточно детально разбирать, потому что, ну, как вы знаете, санкции – это не всегда все белое и черное. Да? И понятно, что это уже, по всей видимости, исходя из того, что вы говорите, уже действующее предприятие, которое действовало на территории Республики Казахстан и действовало там до начала санкций против того или иного акционера. И, соответственно, поскольку это завод машиностроительный, то понятно, что разрывать контракты в моменте будет совершенно неправильно, потому что в машиностроении люди контрактуются за 12, 18, а то и за 24 месяца вперед. Поэтому ситуация
по санкциям, она в каждом конкретном случае уникальна, и этот конкретный случай мы будем уникально разбирать. Но, как правило, существует возможность диалога в ситуациях, когда это было уже существующее предприятие. Мы же не начинаем ничего нового с санкционными компаниями. Мы говорим о том, что у нас есть действующее предприятие, которое действовало задолго до введения санкций против тех или иных лиц. И второй вопрос. Как вы относитесь к такой услуге застройщиков, как бронирование квартир на этапе фундамента? Это то же самое, практически то же самое, что и долевое строительство. У министерства есть какие-либо идеи, позиции по этому поводу? Я отношусь к этому отрицательно. Я поясню, почему. В законе о долевом строительстве Республики Казахстан предусмотрено три метода официального долевого строительства. Это гарантия казахстанской жилищной компании, это так называемая каркасная схема с акиматами, когда застройщик вкладывает достаточное количество средств, чтобы возвести каркас здания, и после этого получает разрешение от акимата. И третий – это банковская гарантия. Вот если любой застройщик или также любой покупатель, который покупает квартиру, действует за пределами вот этих трех, значит, обозначенных законом механизмов, то тогда, как покупатель квартиры, он подвергает себя риску, что этот объект не будет завершен, и по нему государственная какая-то помощь, ее будет получить в десятки раз сложнее. Например, в случае с гарантией казахстанской жилищной компании, и у нас такой случай есть уже в Атырау, по гарантии, объект, который строился под гарантией казахстанской жилищной компании, он будет достраиваться за счет средств казахстанской жилищной компании, и мы этот объект достроим. В других случаях по договорам предварительного бронирования никаких гарантий у приобретателя жилья на вот моменте фундамента нет, и из законодательного механизма обеспечения этих окончания этой стройки тоже нет. Поэтому к договорам предварительного бронирования отношусь отрицательно. Спасибо. А вы в курсе, что некоторые застройщики вот так обходят закон в целом? Слышали ли вы о таких фактах? Да, и мы предлагаем меры в рамках и правил на уровне министерства и также законодательных ограничений для того, чтобы застройщики работали максимально в режиме, который предусмотрен законодательством Республики Казахстан. Вот договора предварительного бронирования в данном случае они не защищают прав дольщика в той степени, в которой права дольщика защищены в законодательных механизмах, которые предусмотрены законом о долевом строительстве. Спасибо. Спасибо, Дамир. Асилим Абединова, ТДК «Кыргыйык». Саламатсыздар, менің сұрағым Әлібек Сәкенұлы сізге. Байлық салығы туралы мәселенің көтеріліп келе жатқанына 5-6 жыл болған шығар, қателеспес мүмкін одан да көп. Бірақ біз әлі күнге дейін байлық салығы неге енгізе алмай отырмыз? Бұған қалталылардың ішінде шекпенділер кедергі болып отыр ма? Жаңа салықпен қалтамыз қағылады деп. Бұл қашан нақты енгізіледі? Біздің жоспарымыз бойынша байлық салығы 25-ші жылы енгізілетін болады. Жаңа салық кодексімен. Көрсеткіштер белгілі ма, қандай көлемде салық салынады? Ол қазір талқылануда. Мен бірінші мысалды бердім. Мысалы, өте қымбат виски туралы, автокөлік, содан кейін ұшқыштар, ұшақтар. Мысалы, ұшақтарға қазіргі таңда өте төмен, тіркеу мөлшесі, мысалы, бір ұшаққа 13-15 мың теңге. Әрине, оны мүлдем жақсы осылай көтеру керек. Бірнеше есе. Қанша пайызға көтерілуі мүмкін мысалы? Қазір талқылап жатырмыз. Бірақ та мысалы өте қымбат алкогольге мен айттым 1000 есе көтереміз. Лаура Сабекова, Информбюро, пожалуйста, уточнение у вас, да? Да, здравствуйте. Я хотела уточнить у господина Куантырова. Вы говорили про то, что планируется повысить налог на пассивный доход. Вы говорили про акции, про облигации. Я хотела у вас уточнить, может ли туда относиться аренда недвижимости, например? Что конкретно вы имели в виду под пассивным доходом? Пассивным доходом имелось в виду тоже, это же как бы своего рода налог на роскошь. Пассивным доходом он частично и так облагается, да, там на 10%. Но здесь имелось в виду именно ценные бумаги,
вот, и там другие виды ценных бумаг. То есть мы, так как вопрос стоял вообще о повышении индивидуального подоходного налога, пока решили ИПН не трогать, не делать прогрессивным, а вот именно на пассивные доходы повышать его. То есть ИПН также у всех 10% останется. Жақсы, Ботагөз, капитал, пожалуйста. Здравствуйте. Я недавно общалась с депутатами, и такое предположение депутат Мажилиса высказала, что с новым налоговым кодексом теперь на каждого человека, ну, по ее словам, будет 15 квадратных метров жилья предусмотрено, а на остальное будут сверхналоги начисляться. Она это говорила в том контексте, что теперь невыгодно будет сдавать жилье в аренду. Поясните, пожалуйста, есть ли такая норма сейчас, предусмотрена ли в новом налоговом кодексе, или планируется ли министерством внести ее? Спасибо. Значит, 15 квадратных метров, я думаю, это все-таки завышено. Вот смотрите, есть у нас граждане, которые имеют в собственности 10 объектов недвижимости. Могут их сдавать, не знаю, предпринимательской деятельностью, либо там сдают незаконно, ну, то есть по договоренности, да, устной. У кого-то 50 объектов недвижимости, у кого-то вообще нет. То есть здесь налог на роскошь, с этой точки зрения, мы, думаю, это будет справедливо, облагать дополнительные доходы. Если, например, у человека сейчас 10 объектов недвижимости, 10 квартир в среднем по 50 квадратных метров, он платит за каждую квартиру в год 11 тысяч налога, ну или 10 тысяч налога для простоты. Каждый объект считается индивидуально, то есть в год он заплатит примерно по 10 тысяч, по 10 объектов, это 100 тысяч, да, 100 тысяч. Сейчас же наш подход такой, чтобы все суммарно, все объекты сложились, потому что там есть шкала, и чем выше стоимость объекта, тем выше налог. И если мы сложим все эти 10 объектов, у него суммарная стоимость уже будет, ну, например, одна квартира 10 миллионов тенге, сейчас она будет уже 100 миллионов тенге, да, за 10 квартир. Соответственно, налог будет выше, и он заплатит вместо 100 тысяч тенге в год за 10 квартир, если по отдельности считать, где-то 400 тысяч. То есть 4 раза у него увеличится налог. Это, в принципе, справедливо. Артистер, у вас мем брифинг таяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.